Это резина зимняя, я приобрел, буду цеплять. Поэтому вот это вот колесо было смещено вперед. Ребята его сделали по центру. Так как надо. Никто не брался. Ни в Москве официальный Lexus, ни в Ростове не брались. А вот тут, опачки, мне сделали все как надо, как положено. Вот такие это дела. И теперь машинка в идеальном состоянии. Привода поменены. Все эти подшипники поменены. Сейчас мытье будет. Это поменено. Это тоже поменено. Давай, поясняй. Ну вот это то, что показатели были до. Были. До. Красным это плохо. Ага. А это вот уже все в нули вывели. Вот они. Вот они. Нули. Вот все. Вот, все то есть подравник подвинули. Это все это сделали, что там, направляющие и все там остальное. Все и, это, да, и вот, как говорится. То есть вот эти два, это уже которые мы сделали. Угу. Перед, зад. Вот оно, вот все. Ну, нули это, грубо говоря. Угу. Перед, зад. Это уже сделано. Теперь ни резину не будет вот, делать, ничего, вот, ни шуметь особо не будет. Все ничего это не будет, вот оно, все нули. Угу. Так, теперь, а это вот было. Это было до. Ну, то есть вот минуса, это красное, это негодное. Ну вот из-за этого вот красного вот. У меня два колеса сожрало напрочь. Нафиг. Ну, кусками пришлось выбросить. То есть вот это вот она и сожрала, да? И она начала гудеть из-за этого. Лесенка, поэтому она и гудит. Лесенками поела. Более того, где-то как сказали, как шишка, а где-то меньше. Ну то, что есть, говорю, лесенка. Поэтому она вот один протектор вот здесь меньше, здесь больше. Она получается шишка она бьет. И гудеть она будет, правильно. Да, гудит как зараза. Гудит из-за того, что это. Ну, то из-за того, что протектор неровно износился. Округляем. Вот такие вот. 75 литров. Итак, мы с вами заправились. 9,9 литра на 100 километров. О-хо. Экономно. 47 километров мы пробежали. Едем уже час. Приятно отметить, машинка по трассе скользит. Скользит как яхта в тихом море. Едем мягенько, хорошо, комфортно. Ну, очень хорошая езда, очень-очень.